В данном обзоре мы рассмотрим крепление для велосипедов, которое используется для экшн-камеры. В этом креплении, основная особенность этого крепления в том, что оно позволяет крепить экшн-камеру на велосипеды разной толщины, я имею именно толщину рамы. Первые крепления, в которых я рассматривал в статье, там стандартные крепления, которые можно использовать для экшн-камеры. В данном случае крепление к самому велосипеду производится с помощью аквабокса и фиксатора через резьбовое соединение. Видите, обычно колесико и двухпозиционный кронштейн, который позволяет выставить необходимый угол камеры. По двум осям, в принципе, можно выставлять камеру. И, соответственно, само крепление. На креплении находится сам хомут. С помощью этого хомута вы можете управлять, как именно будете закреплять вашу камеру. Достаточно удобно. На хомут, если вы посмотрите внимательно, есть определенные защелки, с помощью которых вы можете фиксировать расположение камеры на раме, ну или на другой трубе, или на какой-нибудь палке, куда вы хотите установить этот кронштейн. С помощью защелки можете отстегивать вперед, назад, двигаться, в принципе, для ваших креплений, куда вы хотите на самой экшн-камере. Достаточно удобно и просто для работы и эксплуатации.